Дорогие воскресенцы, от всей души поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Эти праздники всегда особенны. Они проникнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта и, конечно, верой в то, что самые заветные желания непременно сбудутся. Мы всегда с надеждой и радостью встречаем каждый наступающий год. 2019 был годом ответственных решений, принес немало испытаний и радостных эмоций. В целом уходящий год был наполнен важными и интересными для округа событиями. Воскресенск имеет хороший экономический потенциал, богатые традиции. Здесь живут достойные и трудолюбивые люди. Выражаю огромную признательность и благодарность за ваш каждодневный труд, инициативу и неравнодушие к судьбе родного края. Хочу пожелать всем нам, чтобы наступающий 2020 год стал годом созидания и плодотворной работы, и каждый житель ощутил, как жизнь города меняется к лучшему. В наступающем году мы должны не только закрепить достигнутое, но и сделать жизнь каждого жителя еще более комфортной. Счастливого Нового года и Рождества, исполнения самых заветных желаний. Пусть вместе с 2020 годом в наши дома уверенно войдут здоровье, мир, добро, радость, удача и стабильность.